На удостоверение тогда. Представляюсь. Удостоверение. Да, пойдемте. Вот. Никуда не пойду, давайте удостоверение. Нет, на пойдемте. Месте. Удостоверение на месте. Документы ваши можно? Удостоверение ваше, вы кто? Документы полиции. Что, вы полиция, пойдем. А на месте нельзя решить? Не, нельзя. Мы не решаем. Руки от меня убрал. Берите, спокойно. Пожалуйста. Зачем трогаете мужчину? Вы слова ему скажите, за что вы задержите. Здравствуйте, друзья! Вы хотели продолжение про конченого, чеканутого, тупого мента? Так вот, сейчас будет третья серия этой замечательной истории. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, подписываться на новый канал Володеньки и самое главное писать много-много комментариев. Кто напишет 100-200 комментариев, тот будет большим молодцом. Пишите, что думаете по этому поводу. Тут будет, ну, как всегда, все, и тупость, там, и глупость, и признание в том, что он, оказывается, как и вся полиция, существует на пожертвование. Я не знаю, что он имел в виду, видимо, может, взятки так называет. Оцените это в комментариях, пожалуйста. Все, смотрим ролик. Слушай, МХГ это прям потом просто я говорю, что действие буду обжаловать, раз вы меня вот вторично применяете ко мне физическую силу. То есть вы ничего не страшные воин, да? Прошу вас покинуть участковую полицию. Да все это. А вы кто здесь? Андрей Викторович меня зовут, я уже представил. Дальше будем с вами разговаривать. Я вас вызывал. Вы кто ко мне обращаетесь? Участковую полицию. Я откуда должен? Я хироман, что ли? Представьтесь, удостоверение покажите. Чекашин Виталий Викторович. Да, что вы хотите от меня? Покиньте участковую полицию. С чего вдруг? А с чего вы здесь находитесь? Потому что я хочу здесь находиться. Покиньте. С чего вдруг-то? А с чего вы должны здесь находиться? А с чего мне не находиться? Это служебное помещение. Отлично. Покиньте участковую полицию. Вы задерживаете моего коллегу. Оснований не предъявляете никаких. Я предъявлю основания. Вот когда предъявите, тогда будем разговаривать с вами дальше. Сейчас пока я вижу применение физической силы безосновательно. Покиньте участковую полицию. Нет, не покинуть. Вы отказываетесь покинуть? Неправомерные действия будет, поэтому он просит вас покинуть. Покиньте участковую полицию. На основании чего? Законное требование предъявите, покинуть. Какие вам законы требуются? Потому что их нет никакие, не предъявите. Вы находитесь уже на помещении. Это отлично. Покиньте его. И вы тоже, представляете? Да. На мои налоги содержится это помещение, и вы на тоже. Ваши? Да, на мои. На ваши? На мои, да. Вы сколько в полицию пожертвовали налогов-то? Пожертвовали? Вы вообще в себе? Нет, вы сколько пожертвовали налогов, чтобы оно было ваше? Обычно жертвуют, да, вам? Нет, сколько вы... Чтобы участковые существовали, кто-то жертвует, да? Оно содержится на такие же налоги, как и мои. То есть вы от кого-то принимаете деньги, да, пожертвования какие-то? Почему именно это помещение данное ваше? Я плачу также налоги. Так. И оно также мне. Ну, я вас не выгоняю пока. Оно содержится на так. Пока я вас отсюда не выгоняю. Женя, покиньте участковый пункт полиции. Нет. Вы кем являетесь? Представителем? Да. Документы ваши. То, что вы являетесь представителем. И да, кем вы являетесь? Устной доверенности. Хорошо. Так. Гражданин не является русским, не говорит по-русски? Я не знаю, сейчас выясним. Переводчик ему нужен? Это вы у него спросите, не у меня. Он имеет заболевание, при котором он не может изъясняться? Сейчас мы выясним это. С вами вместе, надеюсь. Со мной вместе? Хорошо. Конечно. Хорошо. Это ваша обязанность? Конечно. Так, давайте выяснять. Хорошо. Документы ваши можно? Еще раз. А то вы их спрятали? Да, опускайте. А зачем? Цель? Выяснить вашу личность. Опять? В прошлом году. Это же третий раз. Здесь был образцово-показательный опорный пункт. Смотрите, третий раз выясняет мою личность. Сейчас мы уже стены обшарпаны, там следы крови, кажется. Да нет, тут нам предоставили литературу, вода стояла в кулерах, все вообще было шикарно. А сейчас вон цемент и лопата. Ну не важно, сейчас летом же опять проверка будет, так что ладно. Смотрите, опять вам предъявляю, опять я. Хорошо. Это все еще я. Арсений Владимир Викторович. Без ошибки пишите только. Скажите, пожалуйста, в связи с чем вы препятствовали проезду служебного транспорта? Я не препятствовал проезду служебного транспорта. Вы препятствовали проезду служебного транспорта. Вы мне объяснение опять берете? Да.
Раз вы письменное объяснение не отказывали давать, я надеюсь, граждане запишут. Обязательно. Да. Мы даже записали, что вы не предупредили, не сказали ему о его правах, прежде чем. Я уже проиграться разъясняю. Это замечательно. Ты сейчас берусь объяснение, но мне когда-нибудь раньше разъяснили. В детстве мы ушли грамоту. У него на видеозаписи есть прекрасно, три раза я ему. Вот сейчас вы берете у него объяснение. Права вы не объяснили. Объясняю. Нет, хорошо, уже поздно, вы уже не объясняли. Я уже ответил даже, да? В соответствии со первой статьей Конституции Российской Федерации, вы не обязаны свидетельствовать против себя, родственников, супругам. А также в соответствии со статьей 17.9 КОАП РФ, я вас предупреждаю о даче ложных письменных показаний. Ну где экипаж? Где протокол? Кто его сдерживает? Тайный телефон, где заказываете понятый протокол и все самое. Может быть, даже и пицца. Хорошо. А. Вызвать понятых. Да, задержание доставления в ОВД. Угу. Да, доставление должно быть. Доставление, конечно. Хорошо, да. Что, вы остановились на том, что вы что-то сделали? Я прошу. Подсказываю. Я прошу вас разъяснить, что вы сделали сегодня в 14.00. 16 мая. Я же сказал, ничего против закона. С какой целью вы препятствовали правительству служебного транспорта, то получите просто буквально 10 секунд, я сообщаю. Просто о том, что их не обязан свидетельствовать против них. Вы ваши коллеги обидели, что ли, ничего не делали? Да. Да и слушай, я тут то есть нашел себе. Подойти к полицейскому, сделать замечание, значит, надо доставление и протокола составить. Я сам потом. Он мне замечание не делал. Вам, не вам, вашим коллегам. Я же не знаю, что он чуть раньше сказал. Я не знаю, что моим коллегам делал. Он сделал замечание вашим коллегам. Да, давай. Я не знаю, что он сделал моим коллегам. А что ж вы не выяснили? Вы же рядом с ними стояли. Аэропорта есть их? Может, он силу к ним применял. Может, он преступник реально. Да. А вы ничего не выяснили. Сейчас мы выясним, вы будете. У меня до себя оружие. Аэропорта, коллег, есть? Никто не досмотрел меня. Конечно, есть. Мог уже сейчас скинуть 100 раз. Я поражаюсь, как полиция работает. Вот действительно, если на моем месте... Так, Володенька, вы не разглагольствуете. Законопашный Лушный, да? Нет, а вот если мы бы знаем, какой вы. Ну, это мы знаем. В нашей редакции, про вашу редакцию все известно. Так же. Это мягко иногда. Что вас интересует, прежде чем вы будете опять применять ко мне физическую силу? Давайте. В связи с чем вы препятствовали проезду служебного транспорта? Я не препятствовал проезду служебного транспорта. А почему сотрудники полиции на вас показали, как... Вы у них это спросите, чего у меня спрашиваете? Ну, у них давайте опросите, мы их давайте. Хорошо, я попрошу, я пока вас спрошу. Вы меня спрашиваете, почему они как-то что-то думают? Что, у вас показали, что лицо препятствующее проезду. И что я должен, и какой вопрос? Почему они так думают? Вы препятствовали или нет? Не препятствовали? Нет. То есть вы не совершали инцидент? Нет. Понятно. Свободен. Ну, вроде да. Ну, у нас письменное дело производства, правильно? Конечно. Вы же выяснили его личность. Хорошо, я должен его опросить письмо. Прошу, опрашивайте, он сказал, что сослался на писательство. Гражданин отказывается от дачи письменных объяснений, да, правильно? Что, если отказывается от дачи письменных объяснений, гражданин двое понятых, правильно? Что делать? Двух понятых пригласить, что гражданин немотивированно отказался. Вы нас спрашиваете. Вы же сказали только, что ему право, это его рассказали. Он не имеет права. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Это вот и я... после этого вы начинаете говорить, что он не мотивирован. Что значит не мотивирован? Вы сказали, что он имеет право. Он разъяснил, с чем он отказывается давать письменное объяснение. Ульяна, 6020, да, 99-й регион, Форт Транзит. На всякий случай это был, да, это про него? Не знаю. А, вы даже не знаете, кому я препятствовал. Ну вот оно до чего. А как фамилии сотрудников? Кому я препятствовал? Сотрудники. Полиция. Следственная оперативная группа. Фамилия. Следственная оперативная группа. Фамилии-то у них есть? Есть. Ну, заявители есть? То есть они же заявили вам? Да. Как это отражено в заявлении? Согласно приказу 87 МВД. Я принял ответственность. От кого? Вы удостоверились, что это сотрудники полиции, а не оборотни в погоны? Конечно, я с ним заступал. Может быть, 736. То есть вы знаете их фамилию? Так точно. А, вот, знает сотрудник фамилия, она нам не сообщает. Хорошо, ладно. А, меня вроде как привлекает, я могу знакомиться с материалами дела, да? Ведь могу. Вы можете знакомиться с материалами дела. Где-то слышал я. Он готов сейчас ознакомиться с рапортами. Да, хотел бы сейчас ознакомиться. Я сейчас ознакомимся. Сейчас. А, их нет? Он же не имеет права ознакомиться. Он хочет сейчас познакомиться. Предоставьте мне, пожалуйста. Я хочу узнать, в чем я действительно подозреваюсь, обвиняюсь, если вы там не находились, как вы сказали сначала. Потом вы говорите, что вы видели. Вот прям очень просто сейчас. Извиняйтесь перед гражданином. Я уже предложил это. Вам зачем вот этот на ровном месте геморрой? Можете объяснить? Я тоже не понимаю. Почему на ровном месте геморрой? Потому что на ровном месте. Потому что ваши коллеги обиделись, и вы крайне сейчас за эту историю все. Подождите, я не знаю, обиделись на него коллеги. Ну, узнаете, наверное.
Сейчас выясним его по дочерямушке. Арена, кстати, крайне оказывается участковый. Естественно, а кто еще будет крайне? Потому что те, ну, они неизвестны, да, их никто не знает. Ну, мы не знаем, кто там был. А участковый все, он уже установлен. Мы-то уже знаем. Все уже знают, да. То есть участковый становится в любом случае крайний, и в этой неприятной ситуации, если бы камер не было, конечно бы уже тут, возможно, следы крови на обоих добавились бы. Ну, в этой ситуации. А, понятой, да? Нет. Да что ж такое? Далеко, можно ножницы выбросить? Спасибо. Почему мне сейчас задержите? Я вам все уже разъяснил. Вот, на черемушке поедем. Зачем? Позагрели с материалом. Нет, зачем? Как зачем? Мы установим, совершили приношение или нет. Если нет, я перед вами извинюсь лично. Хотите письменно? Пишу на ваше имейл. А как надо? По закону. Ой, по закону мы имеем. У нас здесь писано дело производства. Да что ж у вас? Набери стену, надо вам писать. Ну, хорошо, вот, давайте. Берите, какие действия? Да, давайте, я не хочу здесь. У меня сушняк. И с чем у вас сушняк? Вы подогрелись письменными напитками? А, не больше, чем вы. Давайте по интернет-продукту. 17-го. А свидетельство им сушняк. Так вы пили, что ли? Я сказал, я не больше, чем вы. Нет, если вы утверждаете, что я нахожусь в состоянии какого-то... Я утверждаю, это вы только что сказали. Нет, я вас спросил, ни с чем у вас... Я сказал, вы сказали, вы пили что-нибудь, я говорю, не больше, чем вы. А и вы меня решили на продувку провести. Я делаю вывод, что вы пьяны. То есть я пьян? Нет, это вы сказали, и я делаю из этого... Я из вашего ответа делаю вывод, что вы пьяны. Почему мел тянет время? Я из вашего ответа... Володенька, вы зафиксировали время, когда вас задержали? 14-20. Это замечательно. Там 14. До 30 я там начал уже. Скажите, пожалуйста, вот за эти 40 минут, которые здесь гражданин находится, вы хотя бы не то, что протокол вот в отношении конкретного гражданина составили, вы определение о возбуждении какого-нибудь административного дела вынесли? Или как? Или вот вы можете разделить его поступок на уголовный и административный? Уже либо в административной плоскости, либо в порядке 144-145 УПК. Стоит да. ему адвоката своего пригласить? Ну, действительно, адвокат мне нужен. Или ну, по административке я, наверное, справлюсь за ним. Давайте мы пригласим вам адвоката. Да если... не надо. Нет, подождите. Нет, по закону об адвокатской деятельности вы, адвокаты, имеете право пригласить в любой момент. Да. Даже до того, как вы дали первое свое объяснение. Да. Вы можете Спасибо. С ним проконсультироваться. Я могу вам место для вас купить. Скажите, вопрос нет. Нет, это в зависимости, если вы хотите... Подождите, вам нужна адвокатская юридическая помощь? Для чего? Мне сейчас, против меня никаких материалов нет. Мне сейчас адвокат, я так понимаю, не нужен. Мне так кажется. Может быть, у вас другое мнение? У вас другое мнение, действительно. То есть, я сейчас... Вы в дочерёмушке? Зачем? Я в дочерёмушке? Письменно вам выскажу. Здесь в чем проблема? Бумаги не хватает. Или слов? Зачем сюда меня притащили? Вот реально, зачем? Сюда. Как? Почему сразу не выводочили? Вы можете... Вы физической прекрасной форме, меня так хватали. Вы могли бы просто в черемушке меня бы увезли и волоком. У меня во мне 60 килограмм. Вы меня могли бы спокойненько и дальше волочь. Почему я должен вас волочь? Вы меня уже это делали. Куда я вас волок? Сюда вы меня волокли. Я вас сюда привел. Такой перевод денег совершил. Часть у меня с собой деньги есть, угу. и как бы вы перевели с своего пункта деньги. Я это буду так называть. То, что вы приватно пользуете? Да. Вы были в Сбербанке. Тяжко. Теперь мы в опорном... Просто, ну, история в Сбербанке началась. А в Сбербанке товарищ пришел и говорит, кто тут у вас главный? Сейчас опущу некоторые выражения, которые я потом сказал бы. А после этого я, получается, в опорном пункте. То есть из Сбербанка, а я тоже Сбербанк был, из Сбербанка меня... С деньгами, ну там есть деньги тоже, доставили в банку. Зачем вам деньги мои, скажите? Зачем вы были в банке? Я покушаюсь на ваше имущество. Я не знаю, вы меня заволокли, и пока вот случайные прохожие не появились, вы вели себя очень дерзко. Да, то ту мысль зависит. Вы идет за это? Да, конечно. А вы ничего не вырежете? Не знаю, там может быть пропадут, как у вас какие-нибудь фреймики-то. Ну, я надеюсь на вашу порядочность, гражданскую задолженность. Спасибо. Спасибо, что... Все-таки вы пресса, конечно. Спасибо, что ошибаетесь так глубоко. Ну, то есть пресса это... А если я буду вести себя как вы? Купленный товарищ. То есть если я не буду нечестным, непорядочным, а буду вести себя как вы? То есть я нечестным, непорядочным? Я не буду, если нечестным, непорядочным, а я буду вести как вы. Вот так. А как я себя веду? Нечестным, непорядочным? А я просто как вы буду себя вести. Как вы думаете, у меня пропадет видеозапись? Если я буду как вы себя вести? Подождите, а мне... Как полиция. Подождите, я сотрудник полиции. Да. Допустим. Я конкретный человек, сотрудник полиции. Ну, я вам представился. Да. Я должен настроить лицо. Да. Поэтому в отношении вас
Я совершенно 386-я. Хожу далеко и обхожу вас за километр. Хорошо. Пока что. А вот когда вы не перестанете быть полицейским, а вы перестанете им быть, если будете себя так вести, как? То вас уже граждане не будут обходить за километр. Как я себя веду? Вот так, превышая должностные полномочия. В чем я превысил свои должностные полномочия? Что мне сейчас, почему я вообще здесь нахожусь? Ни одного не потеряла, ни рапорта, ни заявления, ничего нету. Вы меня тут насильно, по собственной воле, удерживаете. Сами говорите, письменное дело производства. Где оно? Нету. Ни одной бумажки. Ну дальше будем с вами нагнетать обстановку именно нам в отношении вас. Изначально у меня были претензии к двум вот, я надеюсь, вы... сотрудникам полиции, которые были в автомобиле. Тут появились вы, и вы затмили их, вот реально затмили, просто как такая туча пришла, и теперь вот те у меня вообще на заднем таком фоне абсолютно так просто. Вот теперь вы главный. Вы главный, вот Маргарин не хочется называть, конечно, но у меня просто собственные эти есть ассоциации. Не получится, Руслан, с абсолютно. Долго мы будем меня удерживать? Я хочу уйти. Короче, не 3 часов. Да. Так вы, протокол вы в какое время задержания должны составить после доставления в пункт полиции? В кратчайшие, наверное? Кратчайшие, в течение 3 часов. Опа. Пункт полиции в территориальный. Все, территориальный пункт полиции или что-то это самое? Кратчайший еще не наступил. Он после 3 часов, да? В течение 3 часов. Нет, когда будет? Хоть один документ составлен. Это не позднее 3 часов по УПК, а в административном кодексе это в кратчайший срок. Это вообще не имеет права задерживаться. Арестная статья, скажите мне, которую вы меня инкриминируете. Статья подразумевает арест? Нет. В чем проблема меня? Данные узнать, составить все бумаги. Уже все данные есть. Я говорю, вызывайте меня повесткой в суд, я с удовольствием прихожу и допрашиваю вас со всем пристрастием, как вы любите. Подождите, почему сразу в суд? Может, мы сейчас... Потому что будет суд. Не было состава. Да потому что будет суд в любом случае. Есть состав или нет уже, если вы так себя ведете. Как я себя? Вот так, вы сейчас незаконные действия предпринимаете в отношении меня. Я вам предлагаю прекратить свое вот это вот противоправное действие, как вы отказываете. Отпустить человека из опорного пункта полиции, извиниться, ну даже можно уже не извиняться, может быть, то есть это не сильно влияет, и все, и прекратится ваше именно правонарушение, возможно, преступление. Давайте так, я составляю... Давайте как на базаре, да, давайте. Я составляю материал. Вы составляете, я же прошу. Я спрашиваю в течение 3 часов, как должно стать. Конечно. Тех сотрудников. Тех меня не волнует, вы в отношении меня говорите. Ну они же видели, что составляют. Я прошу прощения, какая нужда задерживать гражданина? Я тоже не пойму. Вы данные его знаете. Если есть состав, после того, как вы выясните, что есть состав, вызовите его повесткой, и все, какие проблемы-то? Вот он сейчас зачем здесь? Данные он вам свои предоставил. Что? Если нет, до суда он не должен быть задержан. Какие проблемы-то? В течение 3 часов я имею право. Да вы это понятно, что вы имеете право. Вот зачем? Вы нагадить ему хотите или что? Что нагадить-то? Ну потому что ваши сотрудники обиделись, это понятно. Зачем он здесь? Вот вопрос. Данные его есть, вызовите его повестка. Какие вопросы-то? Зачем повестку-то вызывать? Да хоть какие, хоть звонков вызвать. Мы сейчас в течение 2 часов можем... Зачем вам эти 3 часа? Вот у него сейчас задание редакционное, он должен в 16 часов быть в другом месте. Вы сейчас ему гадите, вот зачем этого делать? Извините. Ну не надо, извините, это понятно. Вы имеете право, его задержат до 3 часов, никто не спорит. Вы также имеете право применять оружие, вы почему его не применяете, скажите? Препятствия... Наверное, основания должны быть? Препятствия деятельности журналиста сейчас происходит уже. Это 144-я статья Уголовного кодекса, понимаете? В другом месте. Вот если против него сейчас административно, то против вас сейчас будет уголовное, 144-я. Я не понял, зачем ему это надо? Я тоже пока не понимаю, я хочу выяснить. А вот и протоколы привезли, походу. Смотри, сейчас человека в ГУМД приведем. Папку нажмем. Ой. Без машины даже можно сниматься. Ну вы не трогайте, все бережно было. Я не знаю, где кого вы до этого задерживали. Вдруг действительно наркоман тогда не задержали. Ну что, наркоман у нас не любит? Нет, в плане вдруг у вас нечистоплотный наркоман и возвратные руки, может быть. Но я так, у меня нет анализатора
Просто, Виталий, вы поймите, что вот в принципе для вас безобидное действие — это все очень серьезно. В смысле безобидное действие? Ну вот вы думаете то, что вы как бы все делаете, как бы держите сейчас гражданин, да? А? Алексей, сюда пригласите. Я тебе нужен? Что-то? Да. Что-то? Все. Не то он будет. Ой, Викторович, меня не. Ну, всем некогда. Все очень серьезно, потому что вы уже гражданину... Головочка наклевывается. Да, вы уже гражданину силу применили. Я действительно поражен вот этой вот такими действиями. То есть вместо того, чтобы просто, ну, что там, ну, вам там, типа, разошелся, да. Подождите, почему разошлись? Если вы... То пускай меня на карту. Если нет, то нет. То есть вы прям вот хотите. Зачем? Вы уверены, что... Вы осознаете, что... Подумайте, да? Степень вины своей. И вы уже применением силы к нему? Степень вины у нас определяет суть, не вы. Да. Вы уже применением силы к нему? Факт есть. Сделали... А нам всего лишь сколько лет. Так что, да. Видите, тут... Ну ничего, буду вам писать с того необщего режима. Посмотрите, полиция. То есть уже сознание пошло? Чистосердечное. Так если вы осознаете, если вы осознаете противоправный характер своих действий, то зачем вы дальше их продолжаете? Поступите как мужчина, как сотрудник полиции. Я разве себя вел неадекватно? Ну, так то есть я просто стоял и фиксировал на видео, ну потом уже на видео, как они вот противоправные действия свои совершают. Какие? Правонарушения. Мы подошли к сотруднику полиции, стали к ним приставать. Попросили его на телефон. А там девушки были? Да. Девушки, пожалуйста, снова приставайте. Мы попросили личный номер телефона. А, личный? То есть, когда я сказал, можете мне дать номер ОМВД Черемушки, чтобы я мог уточнить, чего вы тут делаете, а это, оказывается, личный номер. Я вам не продиктовал его? Вы мне его продиктовали. Вопрос, а с каким телефоном есть? Так вы мне продиктовали личный телефон девушки вот этой? Нет, девушки, зачем приставали? Что я? Как я с ней пристал? Походу, развратные действия ему квалифицируются, да? Ну, наверное, он состоит на меня. Блин, я вообще... Вчера 318-я была, да, в суде у меня? Угу. Я вообще... Так. 131-я еще была. Что там, изнасиловали? Ну, что ж. Владимир Викторович, что ж, мы там уже записали, так что куда? Я все еще вам же. При вас нет душевные предметы, наружные обычные вещества, запрещенные к обороту на территории РАК. Я не знаю, какие запрещены, но, скорее всего, нет. Я... Так, наркотические при вас имеются на вещества? Нет. Колющие, режущие? Нет, зачем вам? Оружие, нестрельное оружие? Нет. Литература запрещенная. Не раз такого не было. Вопросы. А перечислите, пожалуйста, огласите весь список, пожалуйста. А реально, запрещенная литература, как человек может знать, вот скажите мне. Ну как, может у вас там Майн Камф есть, на личном обращении. А для женщины нельзя, что ли? Я может хотел почитать как-то. Ну ладно, допустим. Скажите, пожалуйста, что-то надо сделать. Я прошу вас. Вежливо. Я прям при всей своей. Сейчас что происходит? Я при всей своей вежливости. Новый эпизод. Отказываю вам ваши. Вы себе сейчас на я не понимаю, накидываете что на себя кучу лопаты прям, понимаете? Я не понимаю. Исследователю работы по ничего. Мне жалко участкового, я честно говорю уже. Вы что творите-то? А можно я? А он там пепельница, кажется, есть. У нас в государственных учреждениях нельзя курить, но как бы все равно. Вот. Ну, давайте, мы как-то оформлять нужно это все. Вы все время помощь зала хотите? То есть просто потрясающе, вот зачем ему себе это? Прям вот лопатой на себя накидывает. А если без камеры что происходит? Да, без камеры понятно, что происходит. Так. Виталий, вы, кажется, на процессуальный документ сели. Ничего страшного нет. Будет надежнее там. Все. Нет. А мне? То есть себе какой-то документ человек составил. Все, можете идти, то есть я могу идти. А мне-то как что-нибудь. Тебе зачем? Не, я вам ОВД предоставлю копию. Так это все или не все? Ну, может, я не понял. Дайте хоть ознакомить с этим хотя бы можно. Вы отказались. Я отказался, когда? Так, я не хочу ознакомиться. Давайте посмотрим. Полицейский или ознакомиться? Я ознакомиться хочу. Что вы там написали? Только мы ошибку. О, господи, могу просто так и берут-то, а? Не могу взять руки. Нет, пожалуйста, ознакомьтесь. Номер... Так,
Протокол ЮЗАО номер 01594.20 за оставление лица, совершившего административное правонарушение, доставлен в помещение ОМВД РФ по району Черемушки. Куда я доставлен в район Черемушки? Мы доставим на экипаж. То есть это документы с будущего. Понятно? Да. Доставлен в Черемушки. А время какое там стоит? 15.00. Мы же не можем трогать, да? Вы должны, наверное. Да. На Черемушке в ходе досмотра личного не обнаружено. Досмотр произвел Чекашкин ВВ. Объяснение лица, доставленного в МВД, от дачи письменных объяснений отказался. Протокол ознакомлен, тут какая-то подпись моя, но ее нет. Ну, не ставите. Так вы меня не просили. Я сказал, вы готовы дать письменное объяснение? Объяснение я не готов. А подписывать мне ничего не предлагают даже? Хорошо. Ну. Что, ВВД Черемушки? Я вообще потерялся уже. Где мы? Где мы? На какой мы планете находимся? Ну, мне нужно подписать. Ну, еще отказались. Я ни разу не отказался. Вы вообще, вы же видите, три камеры, как минимум. А еще... Четыре. А, у вас нет, к сожалению. Ну, если бред будете, можете свою ручку. Не, а за что подписываться? О, скажите мне, где? Здесь. Это в смысле вот за это, да? Протокол ознакомленный, обязанности предусмотрены 25.1 Российской Федерации правонарушений придется. А что это 25.1? Раз в жизни попросил, то есть 16 часов. А что это 25.1? Да вы в соседней редакции поприсутствовали. Ну а что? Я просто не знаю. Не ознакомлен. Права и обязанности предусмотрены, разъяснены. Причина основания доставления, а также права мне. Основание доставления мне как бы не Володенька, разъяснить, да? Ты это самое, все уже, процессуальный документ составлен, ты так и пиши, как было, так и все по-честному. Ну, ладно, я понял, да. Да. Не разъяснены, не да. Сообщили. Что, у нас полиция грамотна, зачем ее учить? Где-то объяснено. Единственное, что мы из увидели, хорошо это представление. А у нас какая-то подпись не моя? Все? Ну, я сейчас подвел, да, мы распишем. А это протокол доставления, да? Административного задержания. Ну, нет, доставление. Это доставление. В Черемушке причему же. Я прошу. Камера свою, видите, мы что? Ну, мы куда-то едем, что? Да, до Черемушки. Так. Из камеры в камеру. Не, ну ладно, там я уже опоздаю, да, но как бы зато здесь у них весело. Владимир, как чувствуете себя? Отвратительно, отвратительно. Я не ожидал такого. Конечно, защитник и представитель. Ну, а с сожалению, машины не предусмотрены. Не хотите, не хотите, чтобы у меня было право на защитника? Вы же сами сказали, в любой момент. Все. Вы что, со мной не будете делать, когда их приедете? Ну, у вас же камера есть. Давно же пристегнулись. Нет, камера, да. Вы опишите людям по YouTube. Через камеру не придаются ощущения. Ну да. Как, красный страдание. Не, ну как там, через камеру, смотря если ты в камере, да? А без света-то поехал зачем? Ай-яй-яй. Габариты включи, не нарушай! Спасибо. Ну что, друзья, это была третья серия, а дальше будет еще эпичней.
Поэтому подпишитесь на канал, поставьте этому видео лайк, напишите много-много комментариев, что вы думаете по этому поводу. А также подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм-канал и группу ВКонтакте, все ссылки будут в описании. Также прошу подписаться на новый канал Володеньки, ссылка на него также в описании. Все, всем удачи, всем пока, боритесь за свои права.